1 июня в Анапские сады распределено около 3000 детей. Списки кандидатов на зачисление размещены на сайте Управления образования. Кроме того, с первых дней лета заявители оповещали специалисты отдела дошкольного образования. Однако на сегодняшний день не все родители подали заявление на получение путевки в сад или отказ от предоставленного места. Родители должны срочно написать заявление в МФЦ на получение путевки. С момента написания заявления в многофункциональном центре через 10 дней родитель получает путевочку и должен в течение 5 дней прийти в детский сад. Вот мы просим всех граждан, чьи дети распределены в детские сады, до 1 июля срочно обратиться в МФЦ о том, что вы желаете получить направление в детский сад. В противном случае те граждане, которые не обратились, их заявки будут заморожены до повторного обращения, и желаемая дата зачисления ребенка будет перенесена на 1 сентября следующего учебного года. В управлении образования отмечают, если в городе мест в детских садах не хватает, то в сельских округах наблюдается даже недоукомплектованность. Например, в Джигинке, Благовещенко, Уташ, Разнокол, Юровка. Есть места в детских садах, потому что всех деток мы обеспечили в возрасте от 1,5 лет и с 12 месяцев от рождения. В Джигинку мы принимаем. Очередности не существует. И все желающие родители могут написать заявление в МФЦ на предоставление места на полный день в эти детские сады. Комплектование групп продолжится до 1 сентября. Отслеживать списки необходимо на сайте Управления образования и своевременно обращаться с заявлением в многофункциональный центр.